Волнующим и загадочным, манящим и ярким. Таким с детства остается для каждого из нас мир театра кукол. Татьяна Сихвард уже 4 года его актриса. На ее счету десятки ролей. Профессия требует полной эмоциональной отдачи, а дети – самые требовательные зрители. Однако о своем выборе девушка ни разу не пожалела. Конечно, я могу быть кем угодно, но театр – это то, что по душе. Это то, что мне понятно, это то, что мне близко. И мне хочется делиться чем-то. И пока мне хочется делиться чем-то хорошим и положительным со зрителем, я буду это делать. А поэтому Татьяна, как и другие актеры, каждый раз выходит на сцену, чтобы и малыши, и взрослые поверили в сказку. На этот раз она воплощает образ доброй и отважной сиротки Аленки. В зрительном зале Брестского театра кукол нет свободных мест. Внимательно и увлеченно следят за спектаклем десятки восторженных детских глаз. И у всех братов вызволила. Свернулись. Аленка. В этом немалая заслуга и Русланы Соколовой. Ведь даже отрицательный персонаж, сказочная ведьма, в ее исполнении выглядит милым и забавным. А на его примере можно многому научиться. Роли – это дети. Это правда. И любая роль – это как твой ребенок. Роли разные абсолютно. И у меня это уже четвертая как-то ведьма. В этом спектакле у меня ведьма Бабарыха, она такая как бы наставление детям идет. Посыл, что надо быть очень осторожно в этой жизни. И не надо бояться ошибаться, потому что любую ошибку можно всегда исправить. Театр кукол – это особенное место, которое имеет магическую притягательную силу. А каждый из его актеров в душе немножко добрый волшебник, который старается сделать этот мир лучше. Именно поэтому, выходя со спектакля, зрители уносят с собой хорошее настроение и возвращаются сюда вновь и вновь. Все такое радужное, дым запускаешь, все такое классное. Прям голос выдается детям. Ну, красиво. Разные интересные эмоции дарят. Интересные и красивые. Красивые куклы и сцены очень красивые. Вам понравился спектакль? Да! Да! В Брестском театре кукол проходит неделя, приуроченная ко Всемирному дню театра. Она будет насыщена показами премьерных спектаклей. Поэтому здесь с нетерпением ждут и маленьких, и взрослых. Ведь вера в чудо и сказку живет в каждой душе и не зависит от возраста. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.